Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас с вами эксперимент вот с такой вот маковой головкой. Головка у меня сорвана 26 июня, то есть я в принципе думаю, она может, наверное, постоять еще подольше. Может быть, там появится мак или должен появиться, честно говоря, не помню, как было в прошлом году. Но я сорвала еще зеленый, такой крупненький, смотрите, он плотненький такой. Остренькие. Тут, кстати, черненькая, а когда я срывала, там прям вылетела белая большая капля, как белое молочко. Это, кстати, так интересно было смотреть, забавно. Я даже не ожидала, что настолько много, там прям целая капля. Вот здесь, кстати, она такая мохнатенькая, интересная такая головочка. Давайте ее откроем сейчас, разрежем, вернее, посмотрим, что же находится у нас внутри. Для этого нам понадобится доска разделочная, самая простая, старенькая, старенький ножичек. Так, давайте ее сначала отрежем, вот эту ножку. Опа. Так, ну, в принципе, ничего нету. И я думаю, наверное, отсюда мы сейчас ее разрежем с вами напополам и посмотрим, что же там внутри такое находится. Честно говоря, мне очень просто интересно, что же там внутри. Если мак, он черный, их много, может быть, как икринки должно быть. Или, может быть, они еще пока беленькие. Может быть, там... Не знаю даже. Напишите, кстати, в комментариях, как думаете вы, что же там находится. Напишите. Я прям секундочку подожду. Ну, пару секунд. Я надеюсь, то, что вы написали. И давайте попробуем разрежем пополам. Опа. Да, действительно, смотрите, внутри находятся макинки. Кстати, аромат пошел. Такой... Такой зелени, что ли. И находится как у маленьких коробочках, какие-то, знаете, как мандарин. Вот кожицу оторвете, да, вот долька, да, как дольки мандарина, да. Тут есть вот как бы маленькая, и в ней вот они, эти макинки. Такие... Как мусор какой-то. Здесь причем поменьше внизу, а вверху побольше. Как будто, знаете, как будто там уже залезла гусеница и уже немного покушала этого мака. Вот, видите, сверху прям крупный, а снизу мелкий. Или может этот крупный превращается в мелкий. Или мелкий, в крупный. Короче, не знаю даже. Будем сейчас с вами смотреть, что тут у нас такое. Вот она, в принципе, отваливается. Такое вообще что-то необычное. Мак, конечно, он более такой черный, он более кругленький, да, по-моему, у нас четкий. То здесь больше как какой-то мусор. Да, нужно. Одну мы с вами разрежем еще напополам. Опа. Да, они такие некие дольки, смотрите. Вон, видите, такие необычные, прикольные так. Такие, смотрите, полосочка белая, полосочка с маком, полосочка белая, полосочка с маком, так прикольно. Знаете, вместе с вами вот я скрываю первый раз, я даже ни разу не скрывала никогда, кстати, особенно об этом не задумывалась, а вот именно в этом году мне вдруг захотелось, мне стало интересно, что же там находится. Я думаю, нужно будет потом еще открыть мак, когда он будет подольше постоит. Что с ними там потом будет?
уже такой зрелый. Ну, там, я думаю, наверное, так же будет, просто мак. И, наверное, вот он мак, когда он уже зрелый, скорее всего, получается, отделяется от этих вот таких штучек. Ну, как соты, да? Как мед. Там же тоже он не сам прыгает в банку к вам, правильно ведь? То есть тут тоже, я думаю, наверное, отделяются, сушится, высушивается. То есть, смотрите, по сути, получается, мак собирается тоже довольно сложно. То есть его вот так вот нужно сложить, собрать, просушить, разложить. Где-то вот он мелкий, где-то он зрелый, где-то дозрелый, где-то перезрелый. Вот, не знаю, может быть, слишком рано сейчас еще, наверное, должен еще зреть. Наверное, все-таки мало времени прошло, но мне непонятно, что это за мелкий коричневый мусор. Скорее всего, это недозрелый, мне кажется, мак. Тут получается он, как у мандаринки. Такие полосочки, и в них лежит этот самый мак. Это, кстати, очень интересно. Попробуйте дома, сорвите и тоже посмотрите, кому интересно. Уже сами напишите, кстати, мне в комментариях, что было у вас. Может, у вас немножко другой, может быть, они разные. Где-то, может, хорошо дозрел, где-то, может быть, не очень. Вот ее, кстати, можно промыть хорошенько, посушить, высушить, вернее. И будет какая-нибудь такая засушенная, какая-нибудь такая штучка. Ее можно будет положить в вазочку. И она будет, наверное, такая красивая. Можно даже склеить. Вот здесь она, кстати, вот раздвигается. Вот она, видите, раздвигается так прикольно. Так, ну ладно, это у нас пускай лежит. Тут получается, ну тут даже, смотрите, сверху полосочка, и внутри она внутренняя такая полосочка. Так, попробуем вот это убрать. Ага, смотрите, она убирается даже, можно, слушайте, можно взять их потом и просто вот эти вот штучки поотрывать верхние, у вас будет только верхняя, делать, например, какую-нибудь подделочку интересную и заменить их как цветочки. Мне кажется, даже, наверное, можно, они мохнатенькие, их можно раскрасить даже в какие-нибудь цвета. А, слушайте, или есть же еще живопись, по-моему, в акварели, что ли, когда, допустим, картошину чистишь, на ней какой-нибудь делаете рисунок, макаете в акварель, и потом такие вот типа следы или в гуашь, я сейчас не помню. Здесь, кстати, тоже так же можно, она мохнатая, ее можно использовать как, ну, какое-то время, как такой вот трафаретик, штампик, что ли, как они называются. Короче, тут можно прям что-то такое придумать. Интересно, какая она будет, когда будет засушенная. Так, здесь у нас осталось таким цветочком небольшим, или, может быть, ее, скорее всего, еще высушивают. Не знаю даже, как правильно собирается мак, ни разу не собирали. А обычно у нас бабуля его просто отрезает и, по-моему, выкидываем его, и все. Я думаю, что мак бывает. Видите, какая штучка. Я думаю, что мак бывает разный. Мне кажется, скорее всего, это не съедобный мак, это просто как цветы. Что-нибудь такое. Так, ну что тут еще можно оторвать-то? Ну и все, вот она. Здесь вот. Эту вот я, кстати, хочу половинку сделать. Сейчас я попробую ножом отрезать. Она высохнет, промыть ее еще, высохнет, и можно будет ее сложить в этот вазочку.
принципе, ногти-то нам зачем нужны? Вот за этим и нужны. Да, их прям так это много, как песок какой-то такой жидкий. Ну вот ее можно теперь промыть под струей воды. Кстати, он, ну да, он такой недозрелый, такой как влажный такой вот, что не сухой, как на клубничку похож, да. И вот это она высохнет. Я думаю, наверное, следующий эксперимент, когда будет, я покажу, что с ней стало, с этой штучечкой, как она высохла, какой она стала. Вот. Я думаю, что у нас еще будет много таких экспериментов. Мы с вами еще, наверное, много чего повскрываем. Еще, кстати, луковку с вами скрывали недавно. Обязательно посмотрите. Там тоже интересно, именно проросшая луковка. Вот. Пробовать я его не буду, этот мак. Что-то мне не хочу. Нужно будет еще, наверное, вскрыть уже готовый. Но его в любом случае, мне кажется, просушивают, может, поджаривают, что-нибудь с ним сделают. Да, напишите в комментариях, кто, если у кого бабушки, дедушки там на даче вскрывали маковые головки, то что они с ними делали, как это все, может быть, кто-то знает. Кто живет в деревне, что-нибудь, какую-то там информацию. Я думаю, что вам понравился ролик. Я постаралась сделать для вас его интересным, необычным. Вот, надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам понравился ролик. Я для вас постаралась сделать его необыкновенным. Все-таки эксперимент, мне кажется, именно что-то вскрывая, это всегда должно быть интересно и привлекать людей. Все-таки интересно, что находится внутри какой-то там маленькой коробочки с чем-то, которое постепенно дозревает. Это интересно. Всем спасибо за просмотр. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика уже. Также обзоры на продукты, на технику, мастер-классы, живопись у нас, фоны очень качественные, красивые, еще очень много всего интересного будет. И на моем канале, по-моему, есть абсолютно все. И если чего-то не хватает, чего-то вам хочется увидеть на моем канале, обязательно напишите в комментариях, я рассмотрю ваши предложения. Также пишите комментарии обо всем об этом, что вы думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий эксперимент. И с вами был канал ArtMania. Всем пока-пока!